Так. Юпитер. Юпитер, 23 июля 2020 год, Харьков, 2050 по Киеву. В общем, вы, ребята, как хотите, а я вижу полосы на Юпитере. Сделал я пониженные настройки светочувствительности. А в окуляре даже и спутник видел. Уж не знаю, какой из четырех. Да, ну если дать фантазии разгуляться, так там можно и... Но, по-моему, видно. Встает над горизонтом сейчас Юпитер. Сатурна еще не видно, дымчатое небо. Ладно, сейчас коротенько сниму еще на стандартных настройках автоматических светочувствительности. А пока два объекта, даже еще Сатурна не видно рядом с Юпитером. Но зато вон у нас новая Луна. Вчера совершенно случайно выходил снимать Юпитер с четырьмя галилеевыми спутниками по одну сторону от планеты. Боковым зрением увидел какой-то серп в небе. А это же уже новая Луна зарождается. Вчера она совсем тонюсенькая была. Она и сейчас-то малипуська. Ляйка как раз. Звери, какие комары здесь. Мне нравится. Атмосфера плывет. Ну, конечно, не Луны, а земная. Быстро Луна опускается. Все звуки, которые в комментариях пишут. Планетарные звуки, это, конечно же, звуки камеры. Внутри камеры, рядом с камерой, издаваемая насекомыми, зумами фотоаппарата, ну и моими всякими показательными вздохами через нос. И в окуляр вообще намного приятнее смотреть. Сейчас попробую. Хотел короткий дуб снять. Сейчас резкостью попробую поиграться, обочаюсь. Даже в окуляр тяжело понять, насколько. Это я в марте купил фотоаппарат. Это фотоаппарат Nikon Coolpix 5000. Я до сих пор не освоил инструкцию, как с ним работать. Как он через планшет можно им управлять, чтобы не через эти мизерные экраны все смотреть. Ощущаю себя неандертальцем, которому в руки попал. Никакой. Тиски попали. И, конечно, первое, что я начал делать, это разбивать ими орехи кокоса или где там жил неандерталец. А то, что им можно тисками что-то зажимать, дойдет до меня не скоро. Так, ладушки. Сейчас будут, как раз убочка новую находит. На месяц. Разнообразных цветов живности. Да, странно, Сатурна вообще еще не видно. А Сатурн, между прочим, сейчас на ближайшем расстоянии к Земле.
Нет, он здесь должен быть. Не вижу. Ну, низкие настройки светочувствительности не то, что поможет увидеть Сатурн в облачном небе. И Юпитер с полосами 100%. Я вижу совершенно четко. Ладно. Это стоп, дубль. Сейчас следующий будем снимать.